Для него дорога – это жизнь. Герой нашего следующего сюжета пришел в строительную отрасль больше 40 лет назад. Он прокладывал главные магистрали региона – Солнцево-Мантурово, Обаянь-Суджа, Рыльск-Хомутовка, Щегры-Косторная, Черемисиново-Кшень. В строю и по сей день Юлия Белякова познакомилась с настоящим фанатом своего дела – Владимиром Ивченко. Камера не передает температуру воздуха, а ведь на солнце под плюс 50. С трудом передвигаем ноги за бодрым представителем «Автодора». Ему 64. И для него любые погодные условия рабочие. Привычка. Еще и радуется, что не в кабинете сидит. Каждый день выезды на областные магистрали плюс командировки. Пока еще ноги ходят, так сказать, почему не работать? Я пятый год на пенсии практически, можно подумать и об отдыхе, но тем не менее знаю, что такое остановиться на полпути. Работа – это жизнь, естественно. В дорожнике записался 42 года назад. Прошел путь от мастера до руководителя. Настоящий трудоголик. Если есть возможность чему-то научиться, обязательно ею воспользуется. После рабочего дня как энерджайзер и дома. Свой приусадебный участок, 20 соток, их надо обрабатывать, естественно. Не то, что уже привыкший к труду, человек, он не остановится. На пенсию Владимир Данилович пока не собирается. Говорит, сразу обрастет болячками. Да и опыт надо передавать. Строительство магистралей год от года набирает обороты. А значит, он еще повоюет с бездорожьем. Юлия Белякова, Денис Федорков, телеканал «Сеим».